самое главное в нашей жизни – это безопасность. И я очень щепетильно отношусь как к собственной безопасности. То есть и точно так же, как и к себе, так и к своим рабочим. Я стараюсь, чтобы мои рабочие всегда были, чтобы у них была защита органов глаз и дыхания, чтобы обязательно они работали в перчатках, обязательно мы работаем в рабочей одежде. Никаких тапочек не может быть на стройплощадке, так как это очень небезопасно, особенно когда дело идет о бетонных работах. Поэтому нужно беречь себя. Кстати, мы уже как раз подъехали под объект. Блин, четвертый час едем, да когда уже? У меня профиля в боку торчат. А на ноге кто моей стоит? Так, ну что, давайте, вылазим, вылазим. Все, приехали. О, наконец-то. Аккуратно, аккуратно, мешалку не поцарапай.